Итак, всем привет, с вами Вайпермен 150, как обычно, в общем-то. И сегодня мы будем проходить игру под названием Game of Thrones, что переводится как «Игра престолов». Начнем новую игру, согласен. Уровень сложности, так что-то мышка у меня быстровато будет. Мне нельзя как-нибудь уменьшить. Печалька. Выбираем сложность «Воин». Я считаю, что в этой серии, так как здесь дофигища катсцен, мы сегодня посмотрим их все, создадим персонажа. Ну и в следующем видео мы будем смотреть на этот мир, играть. Смотрите, я пока отключу микрофончик, чтобы вам не мешать. Так, я включил микрофон, тут все такое интересное играть. Уже интересно, кто-то бежит, как-то гном, а тут собачка. Видимо, главный герой это тот, что с капюшоном. Хотя, может быть и нет. Давайте посмотрим. Сейчас сзади окажется, как всегда, да? Нет. Хотя нет, все-таки да, сейчас обернется. И... Опачки! Ну, я же говорил. Так всегда. Ты не оставил мне выбора. Опа. Щет. Вот дерьмо. Да, это точно дерьмо. Итак, глава 1. Морс. Я так понимаю, Морс это герой, которого он назвал братом. Тот гоблин. Или как его, гном. Итак, present day. На следующий день. Переводить вот это все я не знаю, потому что вы знаете, что с английским у меня просто безупречно. Вот мы создаем героя. Морс Вестфорд. Так, ребят, одну секундочку. Так, давайте потом. Итак, кто он у нас будет? Посмотрим. Наверное, он будет у нас вот таким чувачком.
Так, следующее. Качаем ему силу, удачу на единичку. Это на единицу, и вот это. Нормалек. Так, первые скиллы этот. Так, это что у нас делает? Это дамажит, хорошо. Вот это ты. Да, что такое? О, дамаг по зоне. Вот это хорошая вещь. Больше ничего не смогу сделать, ну и не надо. Так, с какими оружиями он будет лучше сражаться? Ну, давайте это будут. Топоры двойные. Это будут короткие мечи, так как я очень люблю мечи. И броня хорошая у него будет, да? Качаем еще на единицу. Это, ну и я думаю, еще по единице вот это оружие. Хотя Вархаммеру тоже могли бы пригодиться. А давайте мы уберем одну из коротких клинков и вкачаем Вархаммера. Так, следующее. Так. Выбрать трейты героя. Я так понимаю, вот это баланс. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть что-нибудь связанное с дамагом? О, ассасин. Скорость атаки плюс 2 с клинками и короткими мечами. Хорошая вещь, значит, смотрите. Ага, понял. Если здесь тоже ничего не будет, то мы не сможем нифига сделать. Максимум 6. Так, извините. Во, хорошая вещь. Так, давайте посмотрим. Бонус лут. Полезная вещь. Опа. Не понял. Так. Видимо, только 3 можно выбрать. Надо нам выбрать что-нибудь другое тогда. Так, ну я думаю, все-таки Adventure и Bruiser я выберу. Так, акробат. Нет. Нет. 2 специальных скилл-поинта. Хорошо. А здесь еще что есть? Да, в общем-то, видимо... Ничего, значит, у нас 4 есть. Мы можем, допустим, взять вот такой вот Bad Leader, и все, компенсация найдена. Мне все равно, как бы, в тиме я не очень люблю ходить. Создание героя закончено. Ну, окей. Так, продолжаем смотреть ролик. О, вон она, собачка бежит. Веселая. Няска. Няска. Ворона. Так, одну секундочку, паузу. Хотя нет, смотрите, я просто отключу микрофон. Thank you.
Так. Наш герой зачем-то ударил стражу. Пенёк. Прям лорд-командир. Опасный. Мы, видимо, братья ночного дозора, что ли? Так. Так. Старый пёс никогда. Никогда. Хорошо, давайте ответим вот это, потому что я не знаю. Давайте попробуем добиться освобождения нашего брата.
не смогли все-таки добиться моего освобождения. Тоска, печаль. Окей. Так. Значит, чтобы у нас вот этой фигней страдать. О. Соберем топорик. Ну, итак, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. О, пауза. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока.